الاسود والابيض ولافي عبد الرشيدي كره ممتازه كره هدف والله هدف الاول عن طريق الاف 16 الكون اجويرو بعد سياب الايام بعد صمود الساعات بعد شحة القدر في سنوات وايام يرجع الاف 16 ويضرب اولى الاجوال 1-0 ما فهموهاش هنا التيكي هنا خوذ ما زالت الهات هاي الهات خذا واحد اخرى باش يعطيه هات اخرى هات وخوذ خوذ وهات واحده ما فهموهاش كوره يلعبوها مليح المانشستراوية الازرق والسيتي يسجلوا الاهداف هنا جديد القمه هنا حكايه ديربي يبدا مولع مينر يعمل الشو خرج كره رائعه عن طريق دافيد سيلفا الاسباني الارجنتيني جولاثو 1-0 لسكاي بلو مانشستر سيتي الهدف 18 للكون اجويرو Янка Мату мяча, опять-таки одного под правую, другого под левый. А там рядом еще у штрафной, обратите внимание, Валенсия. Ну, это вряд ли, конечно. Первый раз, первый блин комом, короче, да, поэтому не получилось ничего. Не перебил даже первого игрока Хуан Мата. И вынужден Дехеа выходить из ворота, сильно отправлять мяч на чужую половину поля. Есть шанс у Манчестер Юнайтед. По-моему, немножко поспешно. Или нет, Янг 1-1. 14-я минута, немножко спорадически, немножко спонтанно, но они эту атаку провели уже по одному на табло. Казалось, вот, преддверие ошибки от Фила Джонса. Выходит Дехеа с горя, как шахматисты бы сказали. Но насколько точно он выносит мяч в точку, где своих двое, чужой один. Янг навязал борьбу и ему в награду за это. Во втором противоборстве с Гаэлем Клиши, помните, штрафной недавний. Счастье улыбается в ситуации, потому что шел он до конца. Там мог и Руни добивать, но выпало Эшли Янгу. Для Манчестер Юнайтед разница никакой. Важно, что счет 1-1. И 15 минут не сыграл. Вот Янг, Сабалета против него. Янг может уходить в лицевую, но, как правило, он уходит в поле. Да, пятка играет на Блинда, нет офсайда. Блинд разворачивается, по-моему, затянул. Передача обратно на Янга. Тот фартов сегодня. Гол забил. Передача на Филлейни. 2-1. 2-1 Манчестер Юнайтед. Разыграли все-таки они это дело слева. И Филлейни остался совсем-совсем один. Вот историю его возникновения здесь, этого бельгийца. Очень бы хотелось по ситу. Должен работать большой. Смотрим за его шевелюрой и ногами. Забыли? Забыли. Забыли? Забыли. Вспоминают, не вспоминают. А он-то все помнит. Он из офсайда выскакивает. Ну, вот здесь ситуация. Был ли сам Филлейни в офсайде? Был ли сам Филлейни в офсайде? Там где-то по центру, наверное, кто-то из игроков Манчестер Юнайтед, может быть, и был. Поклонники Сити точно скажут, что Филлейни в офсайде был. Он только своей шевелюрой закроет там всех защитников, не говоря обо всем остальном. Но это вопрос к арбитру, да? И здесь я пока что категорическое да и нет не скажу.